среду утром по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны России. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Черкасской области. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в это время находится с визитом в украинской столице. Евросоюз обещает быть на стороне Украины каждый день войны. Накануне президент США Джо Байден обвинил бывшего главу Белого дома, республиканца Дональда Трампа, в политическом давлении на американских законодателей по вопросу предоставления военной помощи Украине. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. The clock is ticking. Every week, every month that passes without new aid Ukraine means fewer artillery shells, fewer defense air defense systems, fewer tools for Ukraine to defend itself against this Russian onslaught. Just what Putin wants. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров вместе с Генштабом создать в ВСУ силы беспилотных систем. По словам Зеленского, Украина изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. А турецкая компания «Байкар» подтвердила информацию о начале строительства под Киевом завода по производству беспилотников «Байрактар». Минобороны РФ опубликовала видеокадры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» в оккупированной Донецкой области.